Приветище! Это привет, сосед 2, альфа 1.5 или 2, кому как угодно. И мы продолжаем наше расследование. Зачем же ворон украл троих детей? И глядя на него, я думаю, что он вообще не парится по этому поводу. Давай-ка возьмем вот эту коробочку и кинем прямо в дом. А то он там слишком расслабился. Я не представляю, насколько нужно быть наглым, чтобы залезть в опечатанный полицией дом и жить там. По-моему, мы хорошенечко нашумели. Давай посмотрим по камерам. Ага, он привстал, наконец-то слез. Вот скотина, обратно сел. Ну, раз такой расклад, и ворон никуда не хочет суваться, тогда мы идем к нему. Уверен, что он даже с кресла не слезет ради нас. О, как громко я шагаю по лестницам. Но ворону пофиг. Дом весь скрипит, пердит. Но мы уже внутри. Генератор, я думал, он его свистнул после того раза. Но нет, он оставил его тут, только провод забрал. Странно, зачем вам провод? Ладно, восстанавливаем генератор. А провод мы найдем. Короче, я нашел мои отобранные вещи вороном. Он прячет их здесь. Вот они, часики и монитор. Отлично, это нам пригодится. Насчет часов. Давай устроим отвлекающий маневр. У нас есть с тобой пару секунд, чтобы спрятаться. А потом будильник зазвонит. Черт, не успели. Давай сюда. Давай, ворон, поднимай свою задницу. Он идет. Сработало. Круто. И что ты будешь делать? Он подобрал будильник? О, как хорошо. Будильник убрал в тот же шкафчик. А это говорит о том, что мы сейчас пойдем и заберем его еще раз. Мы на втором этаже. Ворон за стенкой. И сейчас мы его выманим при помощи будильника. Я думаю, что мы его сейчас закинем. Блин, в руках зазвонил. Эх. Это очень глупо. Прям перед ним пробежал. Ага. Смотри-ка, он побежал вначале за будильником. Но он в курсе был, что я спрятался туда. Черт, он вернулся. Он меня обвел вокруг пальца. Все свое добро растерял. Сейчас нужно бежать и все это собирать быстренько. Фонарик. Блин, вообще все вывалилось. Дырявые мои карманы. О, монитор. И ворон здесь уже. Мы продолжаем слежку за вороном. Все, что нам необходимо, это чтобы он подошел к панели с паролем и ввел его. Но он туда не подходит. Нужно его заставить это сделать. И у меня есть гениальная идея, как это воплотить в реалии. Лезем на крышу, ищем щель, которая приведет нас за дверь с кодом. Нет, это отверстие нам не подходит. Не совсем то, что мы искали. Это отверстие к чердаку. А вот это вот отверстие ведет прямо в комнату. То, что доктор прописал. Отличное место. Теперь план нашего действия. Берем будильник, заводим его и кидаем сюда. Ну и теперь ты понимаешь, что будет. Ворон сейчас побежит сюда. А чтобы ему проникнуть в это помещение, ему нужно ввести код. О, да, мы знаем код. Надеюсь, ты запомнил его? Я так точно запомнил. Ну что ты там трешься? Все, ты будильник взял? Вали оттуда. Он еще там закрылся. Вот чунгачкук. Давай, пернатый, выбирайся оттуда. Мне нужно туда попасть. Все, чудно. Чудно, красавец просто. И пароль спалил два раза. И ты собираешься уходить или нет? Он начинает меня напрягать. Я сейчас приду тебе и по жопе напинаю. Оно свалило оттуда. Неужели тебя заклинило? А нет, вроде двигается, смотри. О, наконец-то свалил. И причем далеко свалил. Потащил будильник уносить. Но он сейчас по-любому вернется. Блин, какой он шустрый, уже поднимается. Ладно, воспользуемся школой стелса. Просто прокрадемся мимо него. Вот так вот тихонечко. Он же все равно глухой почти. Осталось только ввести код. 1, 1, 3. Так громко пиликает, что он даже не слышит, капец. Все, мы внутри. Шикарно. Телефон экстренной службы? Странный какой-то телефон. Все цифры повернуты, и лампочка красная.
Кондей? Обалдеть, у него тут еще и кондей есть. Правда, он, наверное, не рабочий. Метелка, импровизированная кроватка. А что тут есть, собственно? Зачем я сюда ломился? Я вижу только камеру и веревку. Ну что ж, сам Бог велел установить несколько камер в этом доме. Одна у нас уже установлена, и еще две у нас есть. Пойдем их поставим вот тут. Одну. И другую поставим где-нибудь здесь. Все, четко. Теперь официально объявляю, что слежка за вороном установлена. Проверяем камеры. Эту нужно повернуть. Вот таким вот образом. Здесь все нормуль. И вот эту чуть приподнять, чтобы за лестницей следила. Просто чудесно. Просто великолепно. Ух ты, а вот и провод. А что провод в холодильнике делать? Непонятно, но хорошо, что мы его нашли. Блин. Пока возился с генератором, меня ворон услышал. Надо валить. Вот так вот. Не догонишь, не догонишь. Главное, генератор не профукать. Фух. Эй, ты вазай, иди сюда. Ты чё быкуешь, э? Видал, да, в какой он стойке выбежал из дома? Прямо стрёмно стало. Кстати, отличный момент проверить камеры. Они же с датчиком движения. Ну-ка. Тут никого. О, датчик сработал, где-то здесь. А, вон он где. Чёрт, он опять провод стырил. Да что ж такое-то? И куда он положит его? Обратно в холодильник? Ну да, действительно. С логикой у него явные проблемы. Как круто за ним следить, когда у тебя несколько камер. Просто обалдеть. Чудно. Хьюстон, у нас проблемы. Я аккуратно проник в дом. Установил генератор. Но черт возьми, нас спалил этот ворон. И мне пришлось быстро улепетывать ноги. И как мы видим, генератор теперь у ворона. И что он будет с ним делать? Куда он его дел? Неужели он его сжег? Я сейчас его порешаю. Короче, я подзабил немножечко на генератор. Притащил пару коробок. И хочу залезть вот на этот конвейер. Потому что этот конвейер куда-то ведет. Сейчас как старый добрый сделаю из картонных коробок башенку. И по ней взберемся. Вот так вот. Теперь еще разок. Теперь это работает не совсем так, как раньше. Коробки теперь под себя не ставятся. Это очень печальная новость. Что ж, тогда залезем вот таким вот образом, без коробок. Зачем коробки таскал? Ого, смотри, белые вороны. А почему белые, а не черные? А как сюда попасть? Лом! Смотри, там лом! Кажется, я понял, как и что сделать нужно. Опа! Это плохие звуки. Надо сворачиваться и валить отсюда. Но мы знаем теперь, где находится лом. И кажется, я понял, как его достать. Идем доставать лом. Короче, вот он, этот лом. Попробую его крюк-кошкой. Нет, так не прокатит. Я думаю, что его нужно чем-то сбить. Набрал, короче, коробок. Сейчас будем коробками сбивать. И мимо. О, кстати, смотри, провода. Ну и отлично. Только генератор остался. Блин, коробки какие-то мягкие. Что, если я попробую кинуть бинокль? О, бинокль просто волшебный. Кажется, я теперь понял, зачем нам нужен был тут генератор. Так что пойдем его вызволять. Надеюсь, что ворон, единственный генератор на этой территории, все-таки не сжег. Я думаю, что он не настолько туп. Ставим здесь будильничек, чтобы ворон сюда бежал. А сами сейчас спрячемся здесь. И по идее у нас должно быть время, чтобы обыскать его комнату. И найти там генератор. Ага, вот он бежит. Все, нам нужно выбираться. Скорее наверх. Пока нас не слышно, не видно. Так, где генератор? Генератор — это простая коробка.
Куда ж ты засунул генератор-то? Столько коробок, а жесть! Чую, пукан подгорает. Хотя нет, не подгорает. Ай, вот так, скотина, а! Второй раз уже вокруг пальца обвел. О, смотри! Киса, 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 куда побежал? Блин, это что, он в кустах прятался и в него что-то прилетело? Конфетка, что ли? Ничего себе, я даже не знал, что тут кошак прячется в кустах-то этих. Особо внимательно и запалили, что я все-таки достал лом. И сейчас ты увидишь, как это было. Надеюсь, что ворон не услышит шума генератора. Лом мы сбили. Теперь остается запустить генератор. И вот этот конвейер поднимает наш лом в другую комнату. Выключаем генератор. Короче, лом поднялся по конвейеру наверх. Теперь нам остается просто добежать до той комнаты, куда этот конвейер идет, и забрать лом. Вот, собственно, и все. Легче некуда. Ворон сидит на жопе ровно. Мы сейчас прокрадемся сюда. Опс, кажется, нас запалили. Прячемся. Ворон, только не иди сюда, пожалуйста, пожалуйста. Здесь никого нету. Черт, он пошел. Но не к нам. А куда же? А, он пошел генератор снова заворачивать. Тогда у нас есть немного времени. Сейчас залезем наверх, на конвейер. Хватаем по-быстрому лом. Вот он, кстати. И чешем отсюда. На всех парах. Здравствуйте. Черт, нет, я только лом достал. Ну за что мне это все? Опа, двери заклинили. Что делать-то будем? А я знаю. Получай. Валим, 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 валим. Быстрее, 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 быстрее. Фух, вышло. Вышло, вышло, вышло. И все вещи при мне. В том числе и лом. Шикарно. Короче, меня этот ворон пернатый достал. Будем курочить ему дом. Мы же достали лом. Так что будем все эти досочки отрывать, чтобы у меня появилась возможность от него быстренько сбежать. Вот так вот. Он их колотил, колотил, а я их отдеру. Вот и все, теперь можно через окна спокойно бежать. А здесь у нас чего? Обалдеть. А как-то я раньше это место не замечал. Ну теперь понятно, откуда идет конвейер, который подает мусор в печь. Вот он, собственно. Вот смотри, вот он этот мусор. А тут у нас что? Пожалуйста, монитор и провод. Сейчас место освободим. Пускай коробочка сгорит. Что там ворон у нас с огнетушителем делает? Ага, снова приземлился. Нет, не приземлился. Че это у него в руках? Чайник, что ли? Он что, чай решил попить? А, ну ладно, нам это даже на руку. Давай попробуем сюда пролезть. Ага, никак. Никак мы сюда не пролезем. Слишком жирные. Зато можем переключить рубильник. Опа-па, бутылочка, стоять. Ты мне сейчас поможешь. Короче, крюк-кошка рубильники переключать не может. Черт, промахнулся. А как насчет шашки? Ой-ой-ой, ворон да с чайника, походу на чай меня хочешь пригласить. А я, пожалуй, воздержусь, что-то не хочу на чай. Чайника в меня метнул, офигел что ли? Ладно. Шашечка, выручай, пожалуйста, давай попасть. Да, рубильник переключился. И ворон тут как тут. Черт, надо выбираться, а то меня сейчас поймает нафиг. Бежим! Мы в комнате ворона, и сейчас при помощи переключенного конвейера мы попадем сюда. Хо-хо-хо. И огнетушитель забираем. А, места нету, черт! Да капец! Так, что делать, что делать, что делать? Надо что-нибудь кинуть. Коробка же в руках, ё-моё. Отлично, отлично. Снова за огнетушителем, скорее. Хватаем его. И валим, как валим. Ай, конвейер-то в другую сторону крутит. Черт! А эти двери заперты, их только ворон открывать может. Да капец! Да что ж за подстава-то такая? Мусор, мусор! Ай, что-нибудь схватить надо, срочно, что-нибудь. Лом есть, лом в руках. Ладно, пожертвуем. Ай, не успел. Сейчас самое главное, не дать ему забрать у меня огнетушитель. Огнетушитель, где же ты? Вот он! Шикарно, огнетушитель у меня в руках. Все, мне больше пока ничего не нужно.
Ну что ж, я думаю, что на сегодня наших расследований достаточно. Не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, если не хочешь пропустить следующего крутого видео. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.